Okay. In a childhood, that is talk. Ya pasiatil? Все вместе. Let's help him. Все вместе. Памятник. Памятник Ленину. Yes. Yeah. 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 Okay. I like him. Mm-hmm. И я пил. Гум. А гум – это магазин, большой магазин. А потом я поехал в Хабаровск и посетил Преображенский кафедральный собор. А потом и поехал читать и посетил музей истории войск Запада. Музей истории... Военной истории. Военной. И на Люде я посетил голову Ленина. Посетил голову Ленина. Да, ага. Я поехал в Иркутске и плавал в Байкал. В Красноярск я катал на лыжах. Катался на лыжах. Скис. В Петербург я посетил место убийства Романовых. Романовых. Это царская фамилия. Романовы, Николай II и его семья были убиты в Екатеринбурге. Да? Да. В Екатеринбурге. В Нижний Новгород я посетил дом-музей Горького. Горького. И Владимир я посетил торговые ряды. Торговые ряды. Торговые ряды. В Москве я посетил Кремль. И в Санкт-Петербург я посетил Эрмитаж. Окей, какие города посетил Дэниел? В каких городах был Дэниел? В каких городах он был? В каких городах? В Санкт-Петербурге. Где? Во Владимире. Во Владимире. Еще? В Новгороде? Дэниел был в Новгороде? В Нижнем Новгороде. Это другой город. Угу. Еще? В Москве. Лори говорит в Москве. Угу. Еще? В Ленинграде. В Санкт-Петербурге. Да. Да. Leningrad and St. Petersburg, the same thing? Конечно. Since when? Since when? Do you know? Since well, when? Well, I told. After the revolution, because Petersburg was too German of a name. And it was Petrograd. Petrograd, Leningrad. In 1924 году. Okay? And then after the USSR broke apart, it became St. Petersburg. Я родилась в Ленинграде. Okay? Я родилась, это было давно. Это было давно. Okay? Вопросы, у вас есть вопросы? Когда больше времени? Where, где?
голова Ленина в Улан-Удэ. В Улан-Удэ. Большая голова Ленина в Улан-Удэ. Когда ты ездил